Есть у меня машина, Nissan Qashqai, в комплектации которой входит обычная магнитола монохромная. Захотелось мне поставить не монохромную, а цветную магнитолу. Полазил я по интернету, посмотрел, что и как. Те пишут, что это невозможно, что Nissan какие-то там заморочки придумал. Но один из пользователей сайта Drive2.ru писал, что у него это сделать получилось. Я написал чуваку сайта Drive2.ru под ником Леха34.ru по поводу того, что наткнулся здесь на его код установки магнитолы Nissan Connect. И хочу попробовать то же самое сделать у себя. Поставить такую вот цветную магнитолу взамен монохромный. Ну и поделится ли он информацией со мной. Пусть сделает распиновку колодки. Я так понял, что сам вопрос не очень сложный и приводит к положительному результату. Он мне ответил, прислал фотографию, на которой расписана вся распиновочка, по которой уже можно и собрать переходник и внедрить магнитолу взамен старой. Я решил попробовать. Получится ли это у меня. Поэтому я прикупил вот эту вот оригинальную магнитолу с цветным дисплеем. Вот с такими вот выходами, входами. И, соответственно, попытаюсь ее поставить в свою машину. Основная идея установки магнитолы заключается в том, что необходимо собрать и делать переходник. Для этого на Алиэкспрессе я заказал вот эти 4 коннектора. Общей суммой на 650 рублей. Далее по схеме от Лехи34 собираю их в переходник, чтобы не портить родную проводку, и кидаю два провода на блок VCM. После магнитола оживает и не уходит зеленый или еще какой-то там экран. На самом деле купил за 2500 рублей, в то время как многие просят за него достаточно много денег. Вот. Ну, в общем, посмотрим, что из этого получится. После того, как я получу эти коннекторы, соберу переходник и иду к установке его в автомобиль. Так что, если вам интересно, чем это все закончится, подписывайтесь.